Специальное предложение сегодняшнего дня. Коллекция «Тренд» от российского бренда BQ. Будьте всегда на связи, наслаждайтесь яркой картинкой, восхищайтесь дизайном, выбирайте один из 5 вариантов цвета. Ваш персональный помощник, вы можете выбрать темно-зеленый, может быть бирюзовый, может быть темно-красный, темно-синий или черный. Смартфон BQ, и представит его мистер Всезнайка Алексей Мичурин. Более 15 лет является экспертом, имеет патентное изобретение и знает все, как сделать жизнь яркой, как наш супер смартфон BQ. Да, ну сразу скажу, что это бюджетный смартфон, поэтому доступен практически любому человеку. Это смартфон от российского бренда BQ, который с 2013 года занимается разработкой и созданием современных электронных устройств. Это и телефоны, и смартфоны, и аксессуары к ним. А на данный момент они уже расширили линейку, выпускают малую бытовую технику и телевизоры, которые мы уже представляли. Ну и чем отличается данный смартфон, кроме того, что он бюджетный, это, конечно же, очень красивыми яркими расцветками корпусов. Вы посмотрите, это действительно трендовые, недаром называется данная модель тренд. Трендовые цвета, которые поддержат ваш стиль, которые поддержат ваш образ с помощью вот таких вот ярких цветов. Ну и плюс ко всему, обратите внимание, что здесь идет матовое напыление на пластиковый корпус, который не оставляет отпечатки пальцев и позволяет удобно держать в руках. То есть данный смартфон не только красив, но и практичен. А это значит, что ему не понадобится даже никакого чехла. Дальше. Вторая уникальная особенность – это, конечно же, яркий экран 5,45 дюймов. Разрешение HD Ready, то есть высокое качество картинки, которое позволит наслаждаться всем, что мы видим на экране. И спутниковой навигацией, и роликами в YouTube, и кино, сериалами, видео какими-нибудь, и многим, и даже фотографиями, которые мы с вами будем смотреть. Ну и третье, что я хочу отметить в данном смартфоне, это поддержка самых современных и самых высоких стандартов связи, которые сейчас существуют. Это 4G LTE, то есть это высокоскоростной интернет, во-первых, через 2 сим-карты, то есть здесь можно установить 2 сим-карты и пользоваться ими, ну, в том формате, в котором вам удобно. Одна, допустим, на интернет, а другая на связь. Благодаря двум камерам, которая располагается с тыльной стороны и с лицевой стороны, вы можете делать хорошие фотографии, но и при этом осуществлять видеосвязь. Да? То есть можно не только звонить и использовать голосовую связь, но и по видеосвязи вы будете также великолепно вести диалоги и общаться со своими друзьями. Премьера была неделю назад, и за две презентации более 700 таких смартфонов BQ из коллекции «Тренд» выбрали наши покупатели. Вы хотите с Нового года начать новую жизнь? Начните новую жизнь с нового смартфона BQ. Доверьтесь российскому производителю и выбирайте бюджетный, как говорит Алексей Мичурин, по цене, но при этом эффективный по всем другим параметрам смартфон. Цена действует только сегодня и в киберпонедельник, именно рубрика «Электроника» представляет специальное предложение сегодняшнего дня с бесплатной доставкой. Решайте: темно-зеленый, может быть бирюзовый, может быть темно-красный, может быть темно-синий или классика в черном. 5999 рублей цена, вы экономите 23%. И представьте себе прекрасный вариант для первой покупки. Вы можете сегодня совершить свою первую покупку на телеканале Shop&Show, ну и дизайн. Вот давайте еще раз, вот посмотрите, этот цвет темно-зеленый, необыкновенной красоты бирюзовый. Полюбуйтесь, пожалуйста, темно-красным, темно-синий или черный. Тот самый вариант, да, панели, скажем так, который, на которой не остаются отпечатки пальцев. Да, абсолютно верно. Почему мы так много времени уделяем дизайну? Ну, сами знаете, когда вы приходите в магазин, вы выбираете ту или иную вещь именно по красоте. Да. И действительно, поскольку смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни, мы его носим везде и всегда, он у нас и на людях, и когда мы в одиночестве находимся, то приятно, конечно,
нужно держать в руках не просто практичную вещь, но и красивую вещь, да, разглядывать ее. И, естественно, когда она практична, и когда не остаются отпечатки пальцев, когда нам не нужно постоянно протирать, ну, чтобы он был аккуратным, это тоже дает дополнительный плюс. Данные корпуса действительно яркие, красивые, на любой вкус, на любой цвет, на любое такое мироощущение. Да? Кто-то любит действительно яркие цвета, здесь найдутся, кто-то любит более сдержанные. Также у нас представлены эти цвета. То есть трендовые цвета в модели тренд позволят вам наслаждаться и эстетическими свойствами данного смартфона, ну и, конечно, практическими. Но мы бы хотели не только наслаждаться яркостью картинки, мы бы хотели и запечатлеть какие-то интересные моменты в нашей жизни. Ну, кроме того, вы обожаете делать селфи, вы обожаете делать фотографии, и, конечно, смартфон BQ – это ваш друг и помощник. Цена только сегодня 5999 рублей с бесплатной доставкой. Можете заказать на нашем сайте shopandshow.ru. Там вас ждут более 10 тысяч предложений со скидками до 80%. Итак, какая же здесь камера, потому что качество изображения, видео, фото, в общем-то... Да. Напомню, что это бюджетный смартфон, и в классической модификации бюджетных смартфонов устанавливают обычно две камеры. Здесь также установлены две камеры. Основная камера – это 5 мегапикселей, и селфи-камера – это 2 мегапикселя. Плюс искусственный интеллект, плюс великолепные настройки, которые позволят нам делать хорошие фотографии для социальных сетей, либо просто для себя. Вот она, да, основная камера, на которой мы будем сейчас фотографировать. Ну и, пожалуйста, да, Анжелика, давай тебя сфотографируем, покажем качество съемков, которые здесь. Несколько режимов, посмотрите, можно сделать серию снимков, можно автоматическое, можно видео в разрешении Full HD, можно замедленное видео снимать, ну и еще множество дополнительных параметров, в том числе накладывание фильтров, таймлапс, аудиофото и так далее. Расширенные настройки позволят вам делать великолепные снимки и видео. Ну давайте же с вами подведем итоги. Что вы выбираете сейчас за 5999 рублей? Лешенька, твой комментарий. Яркий, красивый смартфон от компании BQ с контрастным ярким дисплеем по технологии IPS диагонали 5,45 дюймов, 4-ядерный процессор, операционная система Android Go, ну и 5 цветов на выбор. Выбирайте. Можете выбрать темно-зеленый, или бирюзовый, или темно-красный, или темно-синий, или черный. Бюджетный смартфон с супервозможностями.